расстраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. И сегодня была речь, говорил, что кубки не бывают легких матчей, что считаю, что с Хабаровском были очень тяжелые игры. И в кубке, я считаю, нет слабых соперников, да и в чемпионате нет слабых соперников. Как-то. Это очень сложная игра, очень сложное поле было. На таком поле легче обороняться. Нам игра далась очень тяжело. Самый главный результат. Ребята молодцы, все до конца играли. Конечно, не хотели доводить до дополнительного времени. Но слава богу, что вырвали победу в основное время. Подача, удар, перехватил и гол! Жонатанс! Наконец-то он попал в створ! На 88-й минуте казанцы забивают. Он сказал, да, в перерыве, что нужно больше через фланги действовать, потому что у них большое количество игроков скапливается в центре поля. Ну, в принципе, так и забили. Канун и Жонатан сегодня выиграли практически всю верховую борьбу. Это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть. В плане того, что тяжело было контролировать мяч, поэтому приходилось играть длинными передачами. И ребята очень хорошо цеплялись. И сегодня, наверное, кого-то одного сложно выделить. Все били, старались. Все молодцы, самое главное. Что нам шаг до финала, будем играть с Уралом, будет жеребьевка, все настроены, все хотят выйти в финал, потому что все понимают, что такое финал, все хотят выиграть кубок, потому что это все-таки трофей, не очень важный для всех, и мы хотим этого тоже.